Работа в цехе кипит. Совсем скоро горожане увидят новые вывески на улицах. Это рекламное агентство является семейным делом. Представители малого бизнеса на рынке с 2005 года. Начинали скромно, но сейчас уже вышли на серьезные заказы. И вот возник вопрос о дальнейшем расширении и обновлении оборудования. Имея свой базис на данный момент, да, это, конечно, хорошо, мы в этом уже специалисты, нам хочется дальше, больше. Ну, соответственно, пополнять цех станками, да, к примеру, с целью чего мы, собственно говоря, в центр поддержки и обратились. На данный момент вот собираем документацию, достаточно, в принципе, все легко и просто, там все объясняют достаточно подробно. В Центр поддержки предпринимателей рекламное агентство обратилось за займом на выгодных условиях. Деньги пойдут на новый станок для печати. Помимо займов, специалисты центра помогут решить юридические вопросы, разобраться в документации, а также разработать стратегии дальнейшего роста. По сути дела, оказывается поддержка уже действующим предпринимателям, которые нуждаются в какой-то услуге от государства. В том числе мы собираем комплект документов по микрозаймам для фонда микрофинансирования. По любым, по юридическим, по правовым вопросам предприниматель может обратиться в наш центр. Также здесь проводят мастер-классы и семинары для предпринимателей. Специалисты заинтересованы в поддержке малого и среднего бизнеса. Помощь осуществляется на безвозмездной основе. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.